Это улица Грибоедова. Здесь она пересекается с улицей Репина. Улица Грибоедова уходит прямо до улицы Софьи Ковалевской. Еще не облагороженный участок земли. Начнем свой путь вдоль улицы Репина. Находимся мы на западной стороне территории, примыкающей к жилому комплексу Грибоедов. Въезд на автопарковку жильцов комплекса. Это западный фасад единственного жилого дома, расположенного в этом жилом комплексе. Оригинальная ограда этой территории. Напротив автопарковки расположен 10-этажный жилой дом, расположенный по улице Тимирязева. Изображение поэта Грибоедова на калитке комплекса. Это единственная парковка жильцов дома, которая тянется по всей северной стороне комплекса. Выходим на восточную территорию комплекса.
По левой стороне проходит граница с частным сектором, уходящим в переулок Гастраха. Здесь территория автопарковки, больше похожая на пустырь. Выходим на южную территорию комплекса. Напротив дом номер 40 по улице Репина и его автопарковка. Здесь, как и на других газонах, газонная трава переросла и полегла. Южная входная калитка на территории комплекса. Южный фасад дома. Дом состоит из двух секций, 9 и 17 этажей. С этой стороны располагается гостевая автопарковка. Напротив западной стороны комплекса расположен детский сад номер 160. С наружной территорией комплекса ознакомились, теперь пойдем знакомиться с ее внутренней территорией.
Ha ha ha!